Всем привет, 6 февраля, воскресенье, утро, я начинаю обзор своих покупок. Значит, гуляли с Бонни, что купила? Вот такие вкусные слойки с яблоком, две бутылки минеральной воды, колбаску бризоли вкусную, вот такой плавленый сыр чеддер, захотелось белого шоколада, взяла Рошен, маленькое кофе, молоко селянское, бублики, фасольку на борщ и сок. Никакого другого там не было. За все покупки я дала 410 гривен. 8 февраля, вторник. Прогулялись с Бонни. Купили покупки на 400 гривен. Купили хлебушек, колбаску мартаделька, очень вкусные творожные кексы с бананом и какао, минеральная водичка, капусточка квашеная, пепси-кола, ментос, такой фруктовый, сыр твердый, колбаска салями и два сока Сандора по 0,5, литра не было. Всем привет со среды 9 февраля. Закупка большая Сельпо. Давайте же смотреть, что я купила. Цены буду подписывать. Нескафе Голд взяла маленький. Свой любимый дезодорант Рексона. Сексуальный букет. В хорошей акции Котекс прокладки. Я взяла пока две в запас. Так, бабушке взяла черное и белое, вот такой вот дезодорант. В акции неплохо идет вот такой сыр. В акции бумажные полотенца. Так, без акции никакой нет туалетной бумаги, поэтому взяла Зева персик любимый. Ну, раз уж брать дорогую, то самую любимую, правильно? Дальше. Хорошее очень в акции молоко на здоровье. Так, это мне на подарок надо. Я взяла киф вечерний. Очень мне понравилась вот такая Мивина. Мне Аллочка, тебе привет, писала, что она ей не зашла. Ну, наверное, на вкус и цвет, потому что мне она понравилась очень. Я взяла себе еще две запасы. Так, дальше взяла вермишелька. Голос чуть-чуть осип. Вчера пели в караоке, вспомнили ранние времена, молодые. Поэтому чуть-чуть осипло. Значит, будут котлетки вермишелька. Так. Большой кетчуп в акции. Два майонеза Торчин европейских без акции. Мыло Сейгард в акции. Вот такое обычное мыло для рук. На кухню я беру от премии. Так, яйца будем заказывать в субботу. До субботы взяла Ясен Свит справжний велос на десяток. Так, тут у нас горчицу. Взяла вот такую дижонскую, не острую. Дальше чеснок один, уже опять борщик. Вот такой вот рис. Без акции, дороговатый. Ну, конечно, круглозернистый, но он очень вкусный. Спагетти на паста. Так, первый пакет плюс. Сейчас все это я убираю и показываю вам еще. Продолжаем. Взяла мужу холс. Он попросил. Чай Гринфилд. Так, вот такой взяла батон высевковый. Что-то так надоело. И что-то надо брать. Так, далее. Закончились огурчики, пока нету. Взяла вот такие огурцы солони дешкови от Тверес. Они очень вкусные. Так. Сушеную петрушку на борщик. Мне нравится. Так, тут у нас пирожки с мясом. Это очень вкусно. По-моему, взяла 5 штук. Сахар взяла тростниковый премия. Полкилограммовый.
крупа гречана, 800 грамм, ну хоть чуть-чуть дешевле получается. Бублики мини, сушки самые вкусные. Взяла малинку, вот такую перетертую сахаром от времени. Две колбаски мортадельки. В морозилку взяла вот такие вот вареники со сладким сыром, вкусные. Ну и, конечно же, в запас взяла мамины пельмени, куда без них. Так, дальше. Сливочное масло в акции никакого не было, взяла Еготин. Сметанку Славяночка в акции 20%. Любимые сухарики. Именно не крипсы, а что были сухарики. Очень вкусно. Так, капуста нынче золотая. На 35,46 по 21,39. Так, тут у меня идут дальше пирожки с мясом. Взяла два лимончика на 16,35. Так, и тут у меня курятина. Курятина, значит, не было без кости. Взяла обычные бедра по 84,99. Потом взяла кусочек сварить борща и бонни, да, телячьего ошейка по 184 и по 144 гривны филе. Все, там, по-моему, пирожки и все, и больше ничего. Да? И вот такая вот, ребятки, закупка получилась на 2147 гривен. И передбачення, довіряйте своїм відчуттям, довіряйте своїм чувствам. Все, на этом с вами прощаюсь. До новых закупок. Очень жду вас в гости в комментариях. Поддержите видео лайком и не болейте. Пока-пока.